Вот приехала интересная машинка, дефектовка. Это Камри у нас. 2,4 движочек. Снимать сложновато, поскольку все это бликует очень сильно. Тут я еще считал. А вот здесь я уже не вижу смысла считать. Попробую снять, насколько это получится. Засвечивается экран. И вот можно только вот там, на дальнике, на бликах увидеть вмятины. Вблизи снимать почему-то не получается. Может быть, цвет машины такой. Града, в общем-то, много получается. Мелкого, но много и кучно. То есть такая как бы каша по всей крыше. Ну, в общем, на всех горизонталях. Вот в отраженке виден инструмент, и он преломляется. Вот. Все участки такие. Я не стал заниматься капотом, поскольку капот алюминиевый. Тут она слегка еще побита. Вот. В данном случае капот будет новый. Так решено было хозяином, поэтому... Можно будет, конечно, на алюминиевом капоте потренироваться, но не суть важно. Вот на дальнике в бликах видны вмятины. А так, общим планом, вот тут сплошняком. Считать не вижу смысла. Просто я до стальки, наверное, считать не умею. Кто понимает, кто сталкивался, люди понимают, что не всегда удается снять. Возможно, дальше в лампе, в работе, это будет видно более лучше. Не могу подобрать ракурс такой, более удобный. Вот. Обведено, допустим, вот здесь. Пара вмятин. То есть считать смысла нет. Надо просто брать и делать. Вот такая у нас красивая крыша. И то я уверен, это без лампы дефектовка была. Это то, что в отраженке более-менее видно. Вот. И пропуски. Видны. Вот они вмятины. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. Я уже не стал отмечать, потому что смысл. Их и так много. Ладно, начинаем работать. Крыша стандартно разбирается. Вот. Слава богу, никаких тут обешумок не наклеено. Вот, усилитель впереди. Три усилителя по крыше и усилители сзади. Но, в общем-то, они все достаточно доступны. Здесь между усилителем и крышей расстояние, в общем-то, есть. Можно подлезть крючками. Отверстия в усилителях есть. Вот. Но если чего-то не хватит, можно засверлиться для удобства доступа. Ну, вот такая вот предстоит работа. Глаза видят, а камера не передает. Ну,
Сори, как говорится, это все-таки телефон. И не всегда получается удачно снять. Ладно, пора приступать. В общем, вот такая красота. Считать смысла не вижу.